Всем привет, ребята, вы на канале Денплей, и сегодня у нас будет обзор тест карточки Месси 92-го рейтинга команды года. Сразу хочу сказать, что по статам мне он очень нравится, скорость у него хорошая, удары хорошие, передачи хорошие, ловкость самая лучшая, это его козырь. Защита не имеет значения, физподдержка у него немножечко хромает, но это Месси, понятно, он небольшого роста, и корпус поставить он не всегда может. Но самое главное в этой карточке, что он, это его удары. Он невероятно круто подкручивает, и это очень много удовольствия приносит за него играть, за него бить. Давайте перейдем ближе, посмотрим на эту карточку в игре. В S-атаку буду играть. Что же, погнали, ребята. Ну что, ребята, вы сами видели, как он невероятно бьет. Мне это очень нравится, и эта карточка мне реально очень круто подходит под мой стиль игры. И мне в состав она тоже подходит. Цена этой карточки достаточно небольшая. Вот на экране вы видите цену этого игрока на данный момент. Она еще явно упадет, ведь событие Тотти еще не закончилось, и не все смогли его забрать. И еще, ребята, все вы можете его забрать без доната, абсолютно без доната, без самоцветов, без ничего, короче. Это очень круто. Ну а с вами был Денплей. Надеюсь, вам понравился этот обзор Месси. Всем спасибо за просмотр и всем пока.